Кумир большинства девушек всего мира Джастин Бибер в буквальном смысле выплеснул свое недовольство. После посещения одного из магазинов Miami Beach, где Джастин выбирал себе одежду, 18-летний певец бросил открытую бутылку с водой прямо в толпу папарацци, которые преследовали его. Что же так разозлило талантливого певца? Каких-либо комментариев по этому поводу от звезды не поступало. Возможно, нервы Бибера на пределе после недавних событий. Известно, что на Джастина чуть не было совершено покушение. Полиция США вовремя предотвратила заговор, в котором некий Дейна Мартин, 45-летний заключенный одной из тюрем, подговорил сокамерника и своего племянника похитить популярного певца, а затем его убить. По замыслу уголовника, похитить Бибера планировалось перед концертом в Нью-Йорке. Сейчас звезде ничего не угрожает, заговор был раскрыт. Но молодому исполнителю следует быть предельно осторожным. Поэтому представители певца усиливают охрану. Будем надеяться, что это последний подобный инцидент в жизни певца.